Всем привет! Это «Дважды два» и мы на премьере фильма «Пришелец». Нападем на мужчину. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы про фильм снимаем. Слушай, здесь надо еще бороться будет за людей. Мы умеем бороться. Смотри, это грядка для нас. Что про режиссера фильма думаете? Я слежу за работами Ивана. Вот. Он снимает очень крутое авторское кино. И, соответственно, его, каждая работа – это как какой-то шедевр. Иван или Юрий Быков? А их нельзя сравнивать, вовремя меня вывели этим образом. Мы все студенты, кинооператоры. А, вы кинооператоры? Да. Тогда давайте я после фильма к вам подойду, и вы как операторы оцените операторскую работу, можно? Хорошо. Надо, короче, сейчас поискать, кто прям связан, мне кажется, с фильмом. Вы актер или вы режиссер? Нет, я кинопрокатчик. Кинопрокатчик? Чем занимаетесь, кинопрокатчик? Выпускаю фильм «Пришелец». Получается, это вы его выпустили? Да. Вы ответственный за выпуск фильма? Ну, да. Как кинопрокатчик, вы можете объективную оценку дать фильму, который вы выпускаете? Ну, 9. Вы как кинопрокатчик. Вы же видели черновой вариант фильма какой-то много раз, наверное, да? Один раз, нет, финальный только. То есть даже прокатчик видит всего один раз фильм? Нет, по-разному, но данный фильм один раз я видел финальную версию. Во-первых, говорят, что вы легенда. Каково быть вами? Я немножко устал, потому что сначала ехал на такси, встал в пробку, потом пересел на электросамокат. Потом он перестал ехать, я пошел пешком. Пока что я устал, пытаюсь согреться и жду, когда мы начнем смотреть кино. У нас премьеры каждый день в разных городах, поэтому, конечно, уже есть усталость, но это усталость, от которой все равно по вечерам ты ложишься спать, и тебе становится тепло, ты заряжаешься энергией. Что вы чувствуете вот до премьеры, во время и после? Какие у вас эмоции? Я всегда жду премьеру, да, чтобы скорее уже скинуть с себя этот фильм, отпустить его в свободное плавание, во взрослую жизнь и заниматься другими проектами. То есть для меня важно именно освободиться от этого фильма, выкинуть его из головы, и дальше пусть он живет своей жизнью, а я буду наблюдать за этим со стороны. И последний вопрос. Сколько раз вы смотрели фильм? Я его еще и монтировал сам, поэтому я смотрел, раз 60-70. Вы абсолютная легенда. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо огромное. Все, класс, спасибо. Так, все, нам удалось. Прикольный чувак. Пацанам сейчас. Так, ребята, все, оцениваем работу операторскую. Меня удивили очень сильно съемки сверху, с дрона. Для такого бюджета, как я понял, это, удивление. Мне понравилась игра света, контраста, вот это холодное освещение, теплое, очень красиво. Попкорн хотите? Просто потрясающе, просто шикарно. Все, что снято от руки, отлично передает напряженную атмосферу. Главное завершающее слово от вас, такое прям... Мне очень понравилось, потому что я верю во вселенную, в потусторонние жизни. Я не Катя Лель, конечно, но хорошо. Ну, в инопланетян вы верите? Вот режиссер фильма верит, допустим, а вы? Да. Ну, не то чтобы это шиза, но... Где-то далеко что-то есть. Однозначно. У меня больше эмоций именно от актерской игры, потому что я актриса. Mm-hmm. Я именно это оценивала, и я в восторге от игры вот бабушки, хозяин конюшни. Кто вам больше понравился, бабушка или хозяин конюшни? У меня ощущение, что они на одном уровне, они даже внешне похожи. Они брат и сестра же. А. Нет, это я только что придумал. Очень прекрасный, фильм прекрасный, замечательный. Это чудесная премьера, столько людей говорит о том, что фильм достоин своего зрителя.